Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами набиваем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Кому будет полезна информация, поставьте лайк, буду вам очень признателен. Подпишитесь на канал и социальные сети, там вы первыми узнаете все новости. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. Криптобиржа LaToken продолжает радовать нас новыми airdrop. Сегодня мы получим 500 токенов от проекта Vistella. Vistella залистится на биржу 28.02.2019, то есть через 8 дней. Цена токена 1 цент. То есть это будет $5. Это немного, но мы делаем это быстро, за 2 минутки. Ранее на этой бирже мы проходили airdrop от Albindex. Он 21.02 уже залистится. А также вот этот airdrop 27.08 выйдет на биржу. Ну и, конечно, CryptoMillions. Он залистится 6.03.2019. Полный видеообзор этих проектов, конечно же, были у меня на канале. На главной страничке. Albindex, Wheel, CryptoMillions. Но не забывайте, чтобы легко и быстро проходить эти airdrop за 2 минутки, нужно обязательно зарегистрироваться на бирже LaToken. Вот здесь. Здесь регистрация на этой бирже показана до каждой мелочи. Так что перед тем, как проходить аирдропы от этой биржи, обязательно для начала на ней зарегистрируйтесь. Так как при прохождении аирдропов нужна электронная почта, именно та, которую вы использовали при регистрации на этой бирже. Ссылочка на регистрацию также будет в описании под видео. Регистрация на бирже LaToken. Еще раз напомню, что аирдропы от этой биржи хороши тем, что по окончанию аирдропов токены сразу непосредственно поступают на эту биржу, на наши кошелечки. Ну и мы сразу сможем их обменять на доллар. А теперь непосредственно к аирдроп. Нажимайте на ссылочку со словом регистрации в описании, и вы попадаете вот сюда. Именно в боте Telegram мы будем получать наши 500 токенов. Кто до сих пор не может пользоваться Telegram, да поставьте же вы наконец VPN. Ссылочка, как всегда, в описании. Бесплатный VPN. Нажимаем на старт. Нажимаем на ссылочку, присоединяемся к чату. Переходим обратно к боту. Далее переходим к медиуму этого проекта по ссылочке. Подписываемся и делаем репост, либо ретвит любой статьи. Ну давайте откроем первую попавшуюся. Нажимаем. На всякий случай нажмем follow. Прокручиваем вниз. Похлопаем на всякий случай. Ну и делаем ретвит. Нажимаем твитнуть. Готово. Теперь сделаем репост. Нажимаем отправить на Facebook. Тоже готово. Возвращаемся обратно к чату. Тут написано сделать репост или ретвит, или репост и ретвит. Я не знаю, но сделал то и другое. Теперь нужно вставить нашу ссылочку. Переходим в свой твиттер. И копируем ссылочку на наш твит. Ссылка скопирована. Возвращаемся к боту. Вставляем нашу ссылку и отправляем. И теперь нам нужно вставить адрес нашей электронной почты, именно тот, который мы указывали при регистрации на бирже LaToken. Вставляем, отправляем. Теперь вступаем вот сюда вот. Нажимаем на ссылочку. Я уже присоединился. Вы присоединяетесь, нажимаете обратно. И нажимаем «Done». Мы получили 50 токенов, что в эквиваленте $5 США. Также этот проект предлагает получить еще $10, если вы пригласите 20 друзей. Больше нельзя. 50 токенов за каждого друга. Ну а на этом все. В комментариях обязательно напишите, нравятся ли вам эти аирдропы от биржи LaToken, считаете вы ли их перспективными. Ну и поставьте лайк, если полезна была информация. До следующего проекта.